Всем приветик, мои родные, уже соскучилась по вам. И сегодня наконец-таки у меня долгожданный мукбанг. И сегодня будет у нас с домашними роллами. Готовила сама сегодня. Здесь нет рыбы красной, есть только крабовые палочки обычные, огурец, сыр и имбирь. Все. И домашняя клубничка уже. Вот, так что у меня здесь еще лимонадик. Вот, соевый соус. Все. Так что приступим к трапезе. Приятного вам аппетита, если вы тоже кушаете. И сегодня у нас не обычный мукбанг, а будет еще тема вопрос-ответ. Вы мне под прошлым мукбангом оставляли вопросы. И также я в Инстаграме оставляла пост. И мне писали вопросы интересующие. Вот, и я вот выписала специальные листочки. И сейчас вам буду отвечать на них. Так что приступим кушать. Так, поближе поставлю. У меня соевый соус в обычном контейнере маленьком. Ничего страшного. Первый ролл самый вкусный всегда. У меня обычные роллы такие. Я крабовую палочку красную вырезала и вот так вот наложила. Вроде ничего так смотрится. Симпатичненько. Так, приступим к вопросам. Так, первый вопрос. Есть ли у меня муж? Да, он у меня есть. Сейчас он находится в Янао на работе. Вот так, поэтому я его сейчас не снимаю, то что рядом его нет. Вот. В принципе, я его и так очень редко снимаю во влогах. Вот. А так, да, он у меня есть. Так, второй вопрос. Хотели ли вы второго ребенка? Да, я второго хочу ребенка и третьего ребенка. Хочу 3 детей. Это 100%. Но не сейчас. Хочу, когда Ромка немножко подрастет. И тогда уже, ну, как я сейчас думаю, что сразу второго и следом третьего, чтобы они были погодки. Вот, а Ромка был постарше немножко. У меня есть, конечно, одна мечта по поводу детей, но пока я, наверное, не буду говорить, а то мало ли не сбудется. По поводу их количества. Так, третий вопрос. Еще, кстати, вот девушка задала вопрос, хотели ли вы второго ребенка, передайте привет. Так что, Малика Альбековна, спасибо за вопрос и передаю тебе большой-большой привет. Прости, забыла передать сразу.
Так, третий вопрос. Сколько лет в браке? В браке я уже 4-й год. Вышла замуж я в 17-м году. Получается, 7 июля будет 4 года. Вроде как 4, да. Время летит очень быстро. Вот эти такие роллы интересные получились. Получается, обычная сырная шапочка, не запеченная. Потому что я не смогла бы так запечь, как делают в ресторанчиках. Вот, и просто в итоге сделала шапочку. А здесь крабовая палочка, огурец, немножко сыра внутри. Все. Но они получились очень нежные. И можно даже не бояться, что там попадется косточка от рыбы. Так, четвертый вопрос. Каких блогеров смотришь? Я смотрю только два блогера. Это, ну, вы, наверное, его все знаете. Это Дима Масленников. Мне очень нравятся его выпуски, где он ходит по заброшкам. Где вот эти вот экстремальные прятки. Мне прям очень нравятся эти серии. И я надеюсь, что он еще будет продолжать их снимать, и прямо это очень круто. Вот, а вторые блогеры, ну там как, не один человек, а целая семья. Это Funny Four, может, вы смотрите или знаете их. Это российская семья, русские они. Они живут в Америке и рассказывают, как они живут, чем питаются, куда ходят по магазинам. Получается, у них 4 детей, 2 девочки и 2 мальчика. Вот, они сейчас переезжают, точнее, вот на днях в Южную Каролину. Вот, я наблюдаю за ними, как только они выпускают видео, тут же смотрю. И вот эта вот женщина, она просто такая, ну, от нее веет теплом, и когда она что-то рассказывает, ее голос даже не надоедает, и поэтому она притягивает, и хочется их смотреть. Потому что я и другие семьи тоже смотрела, но мне почему-то не зашли они. А вот именно эта семья, вот Funny Four, можете ввести на Ютубе поисковики, и сразу они выскочат. У них 200 с чем-то тысяч подписчиков, вот, но они просто классные, мне очень нравятся, вот, очень нравятся они. Так, это вопрос. Смотришь чемпионаты Европы по футболу, который сейчас идет? Нет, я не смотрю. У меня некоторые спрашивают, знакомые, друзья, родственники, типа, смотрела, нет, какой там счет. Раньше, да, я рассказывала уже, что очень интересуюсь, очень интересовалась даже футболом, смотрела во дворе, пинала мячик и все в этом роде. Вот, но сейчас нет, меня абсолютно футбол не интересует, что там происходит, тоже не интересует. Вот, так что нет, я не смотрела. А здесь, кстати, у меня обычный ролл закрутила. Сыр, огурчик и крабовые палочки. Везде крабовые палочки. В общем-то, они у меня огромные получились немножко.
Сегодня наконец-таки стало прохладно на улице, да? А то до этого держалась температура 25-30 в этом районе. Очень жарко и тяжело. Голова ходит, как будто такая чугунная, тяжелая голова. Так, шестой вопрос. Хотели ли вы перекраситься в блонд? Мне кажется, мне не подойдет блондинкой быть. По мне так темненько лучше. Единственное, я бы, наверное, хотела бы чуть посветлее сделать оттенок. Такой русый. Ближе к светлому, но не блонд. Чтобы, главное, не было рыжины. Вот. А так мне, в принципе, устраивает мой цвет. Но я буду перекрашиваться уже, когда поеду в Надым перед уездом. Хочу покраситься, сходить к мастеру, которому я очень доверяю. И знаю, что она мои волосы не испортит. Так, надо кушать. Кстати, я, как обычно, записываю это видео очень поздно. И, наверное, где-то неделю не могла все записать видео. Я влоги выпускала, выкладывала, а макбанки не. То роллы не могу заказать, то с доставкой у меня проблемы, то с продуктами. Вот. Поэтому я решила сделать сама. Вкусно. Я, кстати, наконец-таки открыла купальный сезон. Я последний раз купалась, наверное, еще когда училась в колледже. Это, может быть, наверное, был год 13-й, наверное, если не ошибаюсь. 12-й или 13-й. И все, я в озере больше не купалась. Купалась только в бассейне, но это так, как бы, не особо-то считается. А вот в озере... Прям кайф, вот я недавно купалась, вчера еще, позавчера. Просто супер. Так, последний вопрос. Поедете в отпуск на юга? Мы планировали ехать в отпуск на юга. Ну, как только у мужа будет отпуск. Вот. Планировали ехать где-то в сентябре, в конце августа. Хотели ехать в Крым, но, судя по новостям, что там происходит, навряд ли мы туда поедем. Там потопы сплошные. И сейчас думаем, куда ехать, где более побезопасней, и народу, чтобы не так было много. Вот. Так что еще решаем, поедем мы или нет. Вот. Конечно, хотелось бы съездить в Крым, но навряд ли, потому что уже в море там не покупаться. Воды очень много, вся вот эта грязь, мусор, все это всплыло наверх, и все, кто уезжает туда, жалуются, что там прям ужасно сейчас, и в этом сезоне лучше туда не ехать. Так, хотела я у вас спросить, вам не надоело смотреть мукбанги с роллами у меня? У меня практически все
с роллами. Может быть, что-то приготовить такое необычное, что-то новенькое, может быть, закупиться и сделать обзор и покушать. Потому что, не знаю, с роллами как-то уже, наверное, неинтересно смотреть. Вот. Так что напишите в комментариях, дайте совет, что такого интересного на следующий мукбанг приготовить или купить. Вот. Хочется уже что-то другое. Я не знаю. Хочется с фруктами, но фруктов еще мало. Таких вкусных. Вот хочется с клубникой, шоколаде. Но клубника, она только начала. Вот это, кстати, домашняя клубника. Сладкая. Когда была еще на дыме, покупали там клубнику. Это еще в конце апреля. Она вообще не сладкая была. Это прям очень сладкая. Такая вкусная. Ромка, конечно, уже давненько кушает клубничку. Как только я одна клубнична созреет, бабушка сразу ему несет. Сладкая. Лимонад, кстати, это обычная вода и сироп кокосовый. Немножко добавляете, получается такой мутный немножко, и вкус есть, но не сладкое. Главное, сироп не переборщить. Такая маленькая. Я люблю, кстати, маленькие клубничные, потому что они очень сладкие. Так, буду заканчивать уже. Спасибо, что смотрели этот мукбанг. И всем пока-пока.